Продолжаем, значит, нашу игру. Коля все никак не может вспомнить свой пароль от игры. Я ему говорю, что ты, наверное, не забивал мой ник при регистрации Паша Пелс на четвертом. Он говорит, да нет, забывал, правда, бонуски забыл снять. Ну и забыл. Это на 12-м. На 12-м Паша Пел. А тут Паша Пел. Я на 12-м не забирал, ну, не получил еще бонуски, а на 4-м серваке я давно, там уже давно я все получил. Блин, вот меня знаешь, что еще интересует? Вот звуки я сейчас прибавлю. Пускай будут погромче. И, наверное, в Дискорде ты у меня очень громко стоишь. Кстати, до этого мы, наверное, Колю могли плохо слышать. Все, сейчас мы настроили через программу OBS. Колю вы должны слышать прям вообще хорошо. Ну-ка, Коль, перни пару раз. Это один раз пер, надо пару раз хотя бы. Вот так. Ну ты зайдешь или не зайдешь, нормально. Я не могу понять. Да, блин, подожди, я пароль реально не помню. Ёперный шаг понюхал зов. Ладно, я тогда на тачках почилю. Я просто что думаю? Я восстановлю пароль. Ладно. Вспоминаем, как это делать. Так, ребят, что мы, кстати, имеем из моего личного автопарка? Имеем мы 11 машин. Было у меня 15. Вот 4 тачки я раздал. Кстати, секретная машина, которую я отдал подписчику, ну там буквально случайно, можно так сказать. Но он все равно заслужил. Вот, это был Сикач, золотой Мерседес. Номера, кстати, у него 3/6 УАХ, но номера я должен был оставить себе. Значит, номера у нас остались у нас по-любому. Где они? Вот они, ОАХ 39. Все хорошо. О, РАД 39. Но это, правда, не мои номера. Ну, кто-то мне их подогнал когда-то. Может быть, Арменчик, не знаю. Ну, ладно. ЕКХ, САФ 15. Много номеров. И денег у нас 188 миллионов. Даже на Lamborghini Sian не хватает. Вот, кстати, мой старый скин. Эксклюзивный, никто его не видел. Прикольно. Ну ладно. Что у нас еще есть? Subaru Impreza RX. Hummer H1. Вот Hummer H2 я бы сейчас поехал, купил бы. Коль, не хочешь поехать Hummer H2 купить? Хочу! Брамир, хочу! Ну так давай залетай быстрее. Заходи. Да я вот тут вот, я восстанавливаю пароль, подожди. Это долго заводится ролл. Не с первого раза. Как москвич прям. Едет, катится, номерочек блатной. Едет, катит, проехал. Да, семерочки. Три козочки, а номерок блатной. А где семерочки? И поможет. Ты нахрена в микрофон зеваешь, а? Сейчас а что, мы громко? Все спать захотим. Слышь, нифига себе, зевает. Он шпарит ролл от первого лица вообще. Нифига себе, такой драйв. Вот круто, когда ничего не глючит, вообще кайфово. Так, заворачиваем, залетаем. Фух, вырвались. Я чисто пьяный депутат какой-то еду. По автобану. Почти сношу все на своем пути, но еще ни во что не врезался, слава богу. Самое главное, это нам не потерять управление, потому что я совершенно трезвый. Ну, по РП типа пьяный. А пьяным быть за рулем это плохо, а если пьяный, то обычно не пристегнут, потому что почему? Потому что пьяным дуракам везет почему-то, почему не знаю. Кремль проезжает. Нет, потому что пьяным море по коленам. Пьяным море по коленам. Ой, что ты скоро, не? Иди того в рот коловрать, я просто походу новый аккаунт создам, вот и все. Ну блин, у тебя же там был какой левел? Левел 10, наверное, ты че? Да, создавай новый аккаунт, я тебя даже за руль не смогу посадить, все, я разбился. Этого и следовало ожидать, все хорошо. Ну! Так. Спам. Коля, какой ID у тебя? Нулевой, никакой. Подожди, блин. Ладно, я тэпнулся тут чувачку первому айдишнику, нифига себе. Рано, наносит много? Жестко. Ой, мало. Оп. Паша Пел? Нет, не Паш Пел, вам показал. Тут Паша Пел был. Да дурачок, чем маленький. Паша, а ну вернись, дай скрин.
Я уже большой. Чего? Здорово всем. Мне показалось, что он сказал, обернись, дай стрельну. Нормально, у тебя как? Нормально, да, Паша, нормально. Есть у вас интересные как позиции дела? Тут? Что купить можно? Матис есть. Вот это чей ЗИЛ стоит фиолетовый? Мой стоит. Почем? Предлагай. Ай? Предлагай. Почем, по деньгам, почем? Ну, купи, Паша, купи. Купи приору на пневме за 5 лямов. Ну все, самое главное, что Мальборо такая тоже такая хорошенькая, так, заряженная. Паша, что ты забыл? Паша, Павел, как тебе моя семерочка, ебай? Хорошая. А что по ценникам, пацаны? Что-то непонятно, цена не указана. 500 рублей. Я не знаю. Там без стейджа. Это эксклюзив. Лебедка работает на газоне? Не-не-не. Блин, прокатишь? Это настоящий Паша Павел. Да, это настоящий Паша Павел. Да не, я VR вместо него заменяю его. Блин, ну чё, есть вариант продать эту тачку? Или она... Или я не потяну, она дорогая. Какую? Ну вот, вот это... Газон этот. Как он правильно называется? Газель-52. Тайга я называю. Тайга называю. Давай сделаем, давай я её куплю. За сколько ты её купишь? Ну ты за сколько сказал? 500? Ну за 20 забываешь? А это много. Давай. Наверное. Ладно, давай, за 15 заберешь. Такие цена же 9. Нет, у них сказал 8. А сколько? Цене. За 10 тебя не стоят. 10, да. То есть, в зависимости от пробега. За 11 забирает. Че по пробегу? Тут этот стоит. Ну, смотри. Ля, Пашка. Слушай, нифига ты же мотор. Здесь мотор, кстати, от Dodge Challenger 6.3. Теперь ты 6.4. Не, бэйбис. Паша, народ. Здорово, пацаны. Чё, ну давай тогда я куплю у тебя нельзя. За десятку, забираю. Да поехали. Давай. Паша, она стоит 10 лям. Ну я за десятку и забираю её. Сейчас. Поехали. Здорово. Так, а куда он поехал-то? Где его найти-то? Нифига себе законтачил. Можешь просто тэп-тэп-тэпнуться к нему, почему нет? А я, кстати, даже хрен знаю, какой у него айдишник, блин. Ты же сказал, к первому тэпнулся, не? Мы на рынок должны, наверное, пойти. Ой-ой-ой, какая эмочка стоит, на каких номерочках. Ну, прикольный танчик такой. На розыгрыш как раз пойдет, я его разыграю. Поехали. А, так он еще и мясовоз, нифига себе, он может мясо этот возить чуваков. Паша, здорово. Здорово. Слушай, а сколько он помещает максимум этот мясовоз? Людей? Да. Ну в чате 10 человек, да, не знаю. Прикольно. Слушай, ну их много, я смотрю, цена такая, как бы не сильно высокая, их много, да, скорее всего. Но с обновлением их будет уже меньше. Тоже обновление на них цены даже. Так, если что, я тебя пока не слышу, Паша. Все, мы едем с пацанами, я покупаю этот Газель-52. Ебать. Слышь, нифига он шпарит. Просто на пофиг по полям. Ну, как бы круто отрабатывает. Ничего не скажешь. Блин, реально, тут что-то летал, играл сам собой. Случайно тэпнулся на этот БУ низкого класса. Сразу игруха пошла с пацанами. Красавчики. Просто лучшие, молодцы, пацаны. Не то, что Коля, блин. Пароль, да, просто. Пароль забыл. Да я на четвертом не был, фиг его знает сколько. Так это ничего, священное место наше. Это наше, это самое, как оно, лачуга. Кто, четвертый? Наш краль, конечно. Чё, наш, это наша обитель. Наше место обитания. Это наша обитель. Ну, ничего, у меня есть второй компьютер, на котором есть почта, на которой я регистрировал аккаунт. Поэтому сейчас восстановлю пароль. Давай ускоряйся, чего нет. Пока сальтухи крутим здесь. Слушай, отрабатывает очень круто, конечно, эта телега, все эти вещи. Блин, интересно, в реальной жизни есть такой вот прототип? Жопа вообще как будто, я не знаю, какой-то другой машины на самом деле. Какой-то знакомый, не могу вспомнить какой.
Ой, а в салоне как интересно, нифига себе. Чувак, чувак под тёлку играет. Чё за мода? О, а чё мы сюда приехали? Так. А тут слышишь, тут сейф ещё стоит. Ну хочешь, сними. Давай, поехали, сниму. Поехали. А, это запрыгнул. Дайте запрыгнуть, запрыгнуть. На том сиденье, что ли, играешь? На четвёртом, что ли? Чё говоришь? Ты на четвёртом только играешь? На двенадцатом ещё. Обослезь от вас, может, кикнуть зайчик. Паша, Паша, слезь. Паша. Так, чё-то я не могу себе хп... А, какой п... Ё-моё! Ты прикинь, у меня аккаунт в шатале! Вот это новости! Чё, увели аккаунт у тебя? Да, потому что мне сейчас показывают подсказку на почту, у меня в душе такой почты не было. Пара-ба-бам-пам. Это благодаря со мной... Короче, из-за меня тебя взломали, по-любому, скорее всего. Ладно, сейчас вернемся.